Мир немедленно, но верно преображается. Городская администрация меняет бордюры на дорогах, строит тротуары, облагораживает дворовые территории и благоустраивает городской парк. На эти цели выделили несколько десятков миллионов рублей. Как тратятся бюджетные деньги, расскажут наши коллеги. Бетонные блоки, ограждающие дорожное полотно, меняются впервые. Они давно пришли в негодность, местами просели или совсем развалились. В рамках этой же программы строят и новые тротуары, благоустраивают дворовые территории. Совсем скоро по адресу Ленинградский проспект 48 появится новая детская площадка, а уже действующие детские объекты приводят в порядок. На это из городского бюджета уходит более 3 миллионов рублей. Данные работы действительно дорогостоящие, они требуют денежных финансовых вложений, потому что объем он большой. Вот, работы тяжелые, непростые, поэтому здесь измеряется сумма десятков миллионов рублей. Продолжается благоустройство и в городском парке Мирного. На днях там состоялось торжественное открытие фонтана. В этом событии приняли участие десятки горожан. Городской парк находился в заброшенном состоянии долгие годы. И только в последнее время его начали восстанавливать и приводить в порядок. Фонтан – это дело необычное. Достаточно такое редкое, поэтому очень много было нюансов здесь, деталей, непредвиденных работ, в том числе по оборудованию, которое оказалось не таким простым, как обычно на гидротехнических сооружениях. Все-таки подошли к конечному итогу и фонтан в этом году запустили. За 2 года была проделана огромная работа. Очищен лес, заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены детские игровые комплексы. Роман Мухонин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».